На анапских ярмарках-привозах яблоку негде упасть. Прилавки заполонили арбузы. Август – сезон полосатой ягоды. Только на одной ярмарке в день продается порядка 12 тонн арбузов. И если за их количеством следят фермеры, то качество контролируют специалисты управления сельского хозяйства. За каждым привозом закреплен ветеринарный врач. При помощи экотестеров он проверяет уровень радиации и нитратов на соответствие допустимым требованиям. И дыни, и арбузы выдерживают проверку. Вячеслав Ярыга – фермер с 15-летним стажем. Арбузы выращивает сам, сам же и продает. Считает, что при созревании полосатой ягоды самое главное условие – это солнце. Никакой химии и пестицидов. Только тогда плод вызреет правильно и будет действительно вкусным. Сейчас садим конкретно под ярмарку арбузы. То есть садим 15 гектар арбуза, 5 гектар арбуза, но по очередности. Через каждые 20 дней, чтобы можно было реализовывать и потихоньку, и дальше продолжать, ну, чтобы оно все шло по очереди. Да никаких секретов, просто садим, выращиваем. Сейчас все дорого покупать, химикаты, мелкаты. Ну так вроде все. Севооборот делаем, да и все. У нас пшеницу, потом арбузы. Проверка арбузов и дынь на содержание нитратов проводится регулярно и на всех ярмарках-привозах. С начала сезона опасных плодов не выявлено. У каждого фермера продукция проходит полный контроль качества и сертификацию. Еженедельно с ветеринарными врачами мы проводим мероприятия по выявлению нитратов на бахчевых, в том числе бахчевых культур. Эта мера необходима для того, чтобы люди не получили пищевое отравление. Но бдительным должен быть и сам покупатель. Приобретать арбузы стоит только в местах, где продукция гарантированно проходит контроль качества, а не на уличных рынках или вдоль трасс. Руслан Душевский, Анапа регион.